Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. Дорогие слушатели, вы помните прошлогодний парад на Красной площади и праздник в Москве по случаю Дня города, а концерт Пола Маккартни, постановку уличной оперы Кармина Бурана или концерт Мадонны на стадионе в Лужниках? Что объединяет, казалось бы, такие разные события? А то, что по случаю проведения таких мероприятий над Москвой специальные самолеты непременно разгоняют облака – или готовится их разгонять в случае малейшей угрозы дождя. Поводов для того, чтобы вмешиваться в состояние атмосферы, из года в год становится все больше. И очень похоже, что скоро такую услугу сможет заказать любой желающий. Хотя стоит это недешево. Один рабочий день авиационной группы по разгону облаков в среднем обходится в 9 миллионов рублей. Выслухай на граня еще раз Текст первый. Дорогие слушатели, вы помните прошлогодний парад на Красной площади и праздник в Москве по случаю Дня города, а концерт Пола Маккартни, постановку уличной оперы Кармина Бурана или концерт Мадонны на стадионе в Лужниках? Что объединяет, казалось бы, такие разные события? А то, что по случаю проведения таких мероприятий над Москвой специальные самолеты непременно разгоняют облака, или готовится их разгонять в случае малейшей угрозы дождя. Поводов для того, чтобы вмешиваться в состояние атмосферы, из года в год становится все больше. И очень похоже, что скоро такую услугу сможет заказать любой желающий. Хотя стоит это недешево. Один рабочий день авиационной группы по разгону облаков в среднем обходится в 9 миллионов рублей. Текст второй. Алексей Петрович, а давайте поговорим о компьютерных играх. С одной стороны, полки в магазинах все время пополняются новинками, а с другой везде пишут и говорят о том, что компьютерные игры приносят только вред. Я с этим не согласен. Думаю, что, например, финансовые компьютерные игры, которые сейчас встречаются даже на сайтах государственных учреждений, помогают людям понять правила рынка. Они развивают мышление и заставляют людей распоряжаться своими средствами более правильно и в реальной жизни. А вы сами пробовали играть? У меня на это нет времени, но мне пришлось серьезно изучить проект продвижения одной из таких игр. Администраторы этого проекта обратились к нам с просьбой предоставить им кредит. Наши сотрудники проанализировали их предыдущую кредитную историю, оценили рентабельность бизнеса, и на этой основе фирма получила от нас необходимые денежные средства. Выслушай на еще раз. Текст второй. Алексей Петрович, а давайте поговорим о компьютерных играх. С одной стороны, полки в магазинах все время пополняются новинками, а с другой везде пишут и говорят о том, что компьютерные игры приносят только вред. Я с этим не согласен. Думаю, что, например, финансовые компьютерные игры, которые сейчас встречаются даже на сайтах государственных учреждений, помогают людям понять правила рынка. Они развивают мышление и заставляют людей распоряжаться своими средствами более правильно и в реальной жизни. А вы сами пробовали играть? У меня на это нет времени, но мне пришлось серьезно изучить проект продвижения одной из таких игр. Администраторы этого проекта обратились к нам с просьбой предоставить им кредит. Наши сотрудники проанализировали их предыдущую кредитную историю, оценили рентабельность бизнеса, и на этой основе фирма получила от нас необходимые денежные средства. Текст третий. На первой линии Петербургского метро начал курсировать необычный поезд, оформленный в честь литераторов, проживавших в Петербурге в разные периоды. Представляете, какая замечательная идея продвижения российской культуры в широкие массы. Например, в одном из вагонов этого поезда можно прочесть стихотворение представителей эпохи модернизма – Ахматовой, Гумилева, Блока, а также их краткую биографию. На его стенах висят портреты и фотографии. Еще один вагон посвящен классикам XIX и начала XX века – Достоевскому и Горькому. Литературный поезд – это, безусловно, прекрасная идея, которую тепло приняли как петербуржцы, так и гости города на Неве. Выслухай на граня еще раз Текст третий. На первой линии Петербургского метро начал курсировать необычный поезд, оформленный в честь литераторов, проживавших в Петербурге в разные периоды. Представляете, какая замечательная идея продвижения российской культуры в широкие массы? Например, в одном из вагонов этого поезда можно прочесть стихотворение представителей эпохи модернизма: Ахматовой, Гумилева, Блока а также их краткую биографию. На его стенах висят портреты и фотографии. Еще один вагон посвящен классикам XIX и начала XX века – Достоевскому и Горькому. Литературный поезд – это, безусловно, прекрасная идея, которую тепло приняли как петербуржцы, так и гости города на Неве. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. Любите слушать музыку дождя и думать о чем-то своем? Непременно теплом и приятном? Шум дождя — это один из самых красивых звуков природы. Мелодия, ласкающая душу, уносящая мысли в прекрасное и щемящее. Сразу вспоминаются беззаботные детские годы, юность, первое свидание под звездным небом, первые стихи, много всего трогательного. Такие воспоминания нужно беречь. Именно в них мы испытываем недостаток. А ведь они помогают людям быть сентиментальными, чувствовать единство с природой. И эти мгновения счастья дарит нам дождь. Текст второй. За что можно любить дождь? Если вы сейчас злитесь, не понимая, как можно быть влюбленной в атмосферное явление, то я вам скажу, вы просто никогда не пускали дождь в себя, не открывали для него свою душу. Не бойтесь его. Стоит только присмотреться к капелькам дождя, которые стекают по оконному стеклу, прислушаться к его мелодии, и понеслась фантазия. Именно под шум дождя созданы многие гениальные литературные и музыкальные произведения, написаны картины, придуманы фильмы. Я слушаю с утра шелест дождя, пью кофе и уже знаю — Сегодня сотворю шедевр. Текст третий. Под дождем просто невозможно ощущать себя несчастливым. Водная стихия порождает в человеческой душе нечто такое, что настраивает на лирический лад, способствует зарождению чувств. Во время проливного дождя... Встретить свою судьбу значительно легче, чем, например, в палящей зной. Что может быть проще, чем забежать в уютное кафе, спасаясь от дождя, и увидеть там ту, единственную. А бывает, под одним зонтом рождается близость, и вы идете по городу как одно целое, подчиняясь симфонии прикосновений, взглядов, коротких фраз, подстук капель по куполу зонтика, подстук сердец. Текст четвертый. Я люблю дождь всегда, в любое время года. В дождливую погоду обожаю бродить по улицам, натянув на себя плащ с капюшоном или просто под зонтиком. В дождь переулки, площади, проспекты преображаются и становятся похожими на картины известных импрессионистов. Особенно, если вы живете в мегаполисе, Спешащие куда-то машины, огромные небоскребы и широчайшие магистрали во время дождя особенно красивы. Мокрый асфальт, отражение фонарей в лужах, прохожие под зонтами. В этом есть что-то удивительное, почти сказочное. Выслушай на еще раз. Текст первый. Любите слушать музыку дождя и думать о чем-то своем, непременно теплом и приятном? Шум дождя — это один из самых красивых звуков природы, мелодия, ласкающая душу, уносящая мысли в прекрасное и щемящее. Сразу вспоминаются беззаботные детские годы, юность, первое свидание под звездным небом, первые стихи, много всего трогательного. Такие воспоминания нужно беречь. Именно в них мы испытываем недостаток. А ведь они помогают людям быть сентиментальными, чувствовать единство с природой. И эти мгновения счастья дарит нам дождь. Текст второй. За что можно любить дождь? Если вы сейчас злитесь, не понимая, как можно быть влюбленной в атмосферное явление, то я вам скажу. Вы просто никогда не пускали дождь в себя, не открывали для него свою душу. Не бойтесь его. Стоит только присмотреться к капелькам дождя, которые стекают по оконному стеклу, прислушаться к его мелодии. И понеслась фантазия. Именно под шум дождя созданы многие гениальные литературные и музыкальные произведения — Написаны картины, придуманы фильмы. Я слушаю с утра шелест дождя, пью кофе и уже знаю, сегодня сотворю шедевр. Текст третий. Под дождем просто невозможно ощущать себя несчастливым. Водная стихия порождает в человеческой душе нечто такое, что настраивает на лирический лад, способствует зарождению чувств. Во время проливного дождя встретить свою судьбу значительно легче, чем, например, в палящей зной. Что может быть проще, чем забежать в уютное кафе, спасаясь от дождя, и увидеть там ту, единственную? А бывает, под одним зонтом рождается близость, и вы идете по городу, как одно целое, подчиняясь симфонии прикосновений, взглядов, коротких фраз — Подстук капель по куполу зонтика, подстук сердец. Текст четвертый. Я люблю дождь всегда, в любое время года. В дождливую погоду обожаю бродить по улицам, натянув на себя плащ с капюшоном или просто под зонтиком. В дождь, переулки, площади, проспекты преображаются и становятся похожими на картины известных импрессионистов, особенно если вы живете в мегаполисе. Спешащие куда-то машины, огромные небоскребы и широчайшие магистрали во время дождя особенно красивы. Мокрый асфальт, отражение фонарей в лужах, прохожие под зонтами. В этом есть что-то удивительное, почти сказочное. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Влада Юрьева ⁇ талантливая современная писательница. Ее детективы разрушают стереотипы и напоминают лучшие произведения Стивена Кинга и Агаты Кристи. Влада, вы пишете исключительно детективные истории. Что скажете тем, кто считает этот жанр несерьезным? Я знаю, что для определенной группы читателей детектив ⁇ это низкий жанр. Как правило, их мнение основывается на конкретных книгах. Но вспомним, как он появился. Первые детективы были рассказами об аналитических способностях человека, о работе ума, о применении различных технологий для раскрытия преступления, поиска преступника. Мои книги построены на понимании того, что, как и почему делает герой произведения. Именно это является для меня самым ценным. Мои детективы ⁇ это истории о людях, их сути. Все остальное в книге ⁇ просто декорации. Я могу поднять в детективе любую тему, касающуюся жизни людей. Их скрытые возможности, отношения в семье, влияние прошлого, любовь и предательство. Именно это необычайно важно понять и показать человека. Для создания настоящего детектива нужно изучить немало информации, придумать детали, но главное создать реалистичных персонажей. Наверняка издатели заинтересовались вами не с первой принесенной рукописи. Как вы переживали отказы? Где нашли в себе силы не поставить на самой себе крест? Первые рукописи я начала отправлять лет 10 назад. Иногда мне отказывали коротко, иногда прислали подробные ответы. В этом что-то есть, но... Далее шел перечень моих грехов. Конечно, можно было принять, что все редакторы неправы, что они не видят, какая я молодец. Можно было обидеться или полностью проигнорировать их замечания. Но такая позиция — это путь в никуда. Вера в свою гениальность не позволяет работать над собой. Поэтому я заставляла себя перечитывать письма с критическими отказами. Благодарности во мне не было. Я просто с покорностью искала в них рациональное зерно, делала выводы, учитывая ошибки, писала заново, поправляла и таким образом развивалась. Приоткройте тайну. Как рождаются книги? Всем понятно, что для каждого детектива нужно собрать и обобщить значительный объем информации. Нужно обдумать некоторые сцены, место действия, если надо проконсультироваться со специалистами. Особенность моих книг заключается в том, что в центре внимания находятся не полицейские, не следователи, не шпионы, а обычные люди. А главная идея ⁇ показать, как будет раскрываться человек, оказавшись в непривычных обстоятельствах. Темохозяйка, хирург, журналистка, столичный мажор меня увлекает сама возможность творить образы, показывать, что люди иногда не знают самих себя. И если в сборе данных о месте способе преступления и методах расследования помогает интернет, то в работе над героями книги главный источник вдохновения это умение наблюдать за людьми. Придумывание героев- это всегда самая трудная, выматывающая часть подготовки книги. Но она же и самая захватывающая, приносящая наибольшее наслаждение. Чем вы любите заниматься, когда не пишете? Такое бывает редко. Даже в других странах и городах я работаю. Мне интересны не столько достопримечательности, сколько обычные улицы, тихие районы, жизнь людей. Я собираю впечатления и сразу же переливаю их на бумагу, делаю наброски, зарисовки для новой книги. А вот время с близкими, минуты, дни, праздники, которые я провожу только с семьей, святое для меня. Несколько часов с родными дают мне больше силы, энергии, оптимизма, возможности восстановиться, чем недели, проведенные в спортивном зале. С друзьями все сложнее. Они разъехались по всему миру. Конечно, интернет не позволяет потерять с ними связь, но это снова компьютер, а от него устаешь больше всего. И последний вопрос. Как сделать, чтобы автора заметили? Иметь хорошую книгу. А способов выпустить свою книгу существует немало. Издательства готовы к сотрудничеству с новыми авторами. На их сайтах расписано, как отправить рукопись на рассмотрение. Одним словом, шанс есть. Еще один очень хороший способ ⁇ литературные конкурсы. Если рукопись молодого писателя окажется стоящим произведением и выиграет, то ее напечатают без проблем. Так что если вам очень хочется, чтобы ваши книги оказались в руках читателей, действуйте. Многие двери пусть и не распахнуты, но приоткрыты. Выслушай на еще раз. Влада Юрьева ⁇ талантливая современная писательница. Ее детективы разрушают стереотипы и напоминают лучшие произведения Стивена Кинга и Агаты Кристи. Влада, вы пишете исключительно детективные истории. Что скажете тем, кто считает этот жанр несерьезным? Я знаю, что для определенной группы читателей детектив ⁇ это низкий жанр. Как правило, их мнение основывается на конкретных книгах. Но вспомним, как он появился. Первые детективы были рассказами об аналитических способностях человека, о работе ума, о применении различных технологий для раскрытия преступления, поиска преступника. Мои книги построены на понимании того, что, как и почему делает герой произведения. Именно это является для меня самым ценным. Мои детективы ⁇ это истории о людях, их сути. Все остальное в книге — просто декорации. Я могу поднять в детективе любую тему, касающуюся жизни людей. Их скрытые возможности, отношения в семье, влияние прошлого, любовь и предательство. Именно это необычайно важно — понять и показать человека. Для создания настоящего детектива нужно изучить немало информации, придумать детали, но главное — создать реалистичных персонажей. Наверняка издатели заинтересовались вами не с первой принесенной рукописи. Как вы переживали отказы, где нашли в себе силы не поставить на самой себе крест? Первые рукописи я начала отправлять лет десять назад. Иногда мне отказывали коротко, иногда прислали подробные ответы. В этом что-то есть, но... Далее шел перечень моих грехов. Конечно, можно было принять, что все редакторы неправы, что они не видят, какая я молодец. Можно было обидеться или полностью проигнорировать их замечания. Но такая позиция — это путь в никуда. Вера в свою гениальность не позволяет работать над собой. Поэтому я заставляла себя перечитывать письма с критическими отказами. Благодарности во мне не было. Я просто с покорностью искала в них рациональное зерно, делала выводы, учитывая ошибки, писала заново, поправляла и таким образом развивалась. Приоткройте тайну. Как рождаются книги? Всем понятно, что для каждого детектива нужно собрать и обобщить значительный объем информации. Нужно обдумать некоторые сцены, место действия, если надо проконсультироваться со специалистами. Особенность моих книг заключается в том, что в центре внимания находятся не полицейские, не следователи, не шпионы, а обычные люди. А главная идея ⁇ показать, как будет раскрываться человек, оказавшись в непривычных обстоятельствах. Темахозяйка, хирург, журналистка, столичный мажор, меня увлекает сама возможность творить образы, показывать, что люди иногда не знают самих себя. И если в сборе данных о месте, способе преступления и методах расследования помогает интернет, то в работе над героями книги главный источник вдохновения ⁇ это умение наблюдать за людьми. Придумывание героев ⁇ это всегда самая трудная, выматывающая часть подготовки книги. Но она же и самая захватывающая, приносящая наибольшее наслаждение. Чем вы любите заниматься, когда не пишете? Такое бывает редко. Даже в других странах и городах я работаю. Мне интересны не столько достопримечательности, сколько обычные улицы, тихие районы, жизнь людей. Я собираю впечатления и сразу же переливаю их на бумагу, делаю наброски, зарисовки для новой книги. А вот время с близкими, минуты, дни, праздники, которые я провожу только с семьей, святое для меня. Несколько часов с родными дают мне больше силы, энергии, оптимизма, возможности восстановиться, чем недели, проведенные в спортивном зале. С друзьями все сложнее. Они разъехались по всему миру. Конечно, интернет не позволяет потерять с ними связь, но это снова компьютер, а от него устаешь больше всего. И последний вопрос. Как сделать, чтобы автора заметили? Иметь хорошую книгу. А способов выпустить свою книгу существует немало. Издательство готово к сотрудничеству с новыми авторами. На их сайтах расписано, как отправить рукопись на рассмотрение. Одним словом, шанс есть. Еще один очень хороший способ ⁇ литературные конкурсы. Если рукопись молодого писателя окажется стоящим произведением и выиграет, то ее напечатают без проблем. Так что если вам очень хочется, чтобы ваши книги оказались в руках читателей, действуйте. Многие двери пусть и не распахнуты, но приоткрыты. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.